Дом. А сколько лет назад он был выполнен мультипором? По-моему, больше, нет? Три года. Видите, камнем система на мультипоре отделана. Здесь уже бубнение происходит. То есть вот камешек отходит. А здесь по фасаду все нормально. Есть то, что ошибки, они связаны больше именно с качеством нанесения штукатурки. Высол идет. Но мне кажется, все-таки высол связан с тем, что продохнуть не может блок. И там идет просто химическое кальций выходит из цемента. Ну это вот погрешность нанесения декоративки. Но структурно все крепкое. То есть вот никаких проблем здесь нет. Баумитовская система здесь использовалась. Штукатурка и силикатно-силиконовая декоративка баумитовская. Вот опять где камень. Вот идет отслоение. Пустой звук. Ну, практически везде. Где под камнем бубнение это? Такой надлив. Не совсем неправильно установлен. Вот трещинка маленькая. Пошла вода, попадает. И она вот тут вот снег лежит. И вот так вот сюда просто проникает. По идее бы отлив нужно поменять, чтобы вот носик должен торчать по нашим нормам 40 сантиметров от края. По американским 50. Закон 2 дюймов. И вот так вот он должен быть подогнут вверх, вот сюда вот. И вот так вот, как бы, отбойник вот такой стоит. Тогда нормально будет. Лучше сразу поменять. Потому что потом, если газобетон поплывет, будет хреново. А здесь вот по камню посмотрите. Я даже не знаю, как лучше. Но он в любом случае все равно посыпется. Только потом уже по-серьезному будет. Я бы его снял аккуратно. Это место отремонтировал бы и декоративку просто другого цвета нанес сверху и все. Под этот цвет. Взять силиконовую, допустим, нанести и все. Я бы так сделал. Вот видите? Вот он. Подсыпается чуть-чуть. Он охрупчивается просто. Где вода? Лучше не трогать, не надо, потому что у него он бубнит, готов. Газобетон, видите? Он разошелся. Чувствуете, вот он звук. Тут база отошла, клей. То есть вот в этом месте он уже охрупчился. Он рассыпается. То есть вот, видите, плотный, вот он. А вот он. Все. Вот он, и он отогнулся, видите? Носик такой. Отогнулся, это воду набрал. Чуть-чуть. Лучше отливы сразу переделать. Но в остальном нормально. Вот камень. И вот носик, конечно, торчать должен. Больше.
смотрите, я ковырнул кусочек вот этот. Видите, он охрупчивается. Вот он. То есть вода попадает, когда он начинает чуть-чуть набухать, и он охрупчивается тогда. Вот здесь нужно просто подогнуть и все. И когда вставлять, сюда клеится два рулона скотча, вот так оклеивается все, обмазывается полиуретановым герметиком, то есть и приклеивается край, получается, на полиуретановый герметик вот этот. А середина наклепена. И все, и тогда жестко нормально. Чтобы прям выдавился, а потом скотч снимается и ничего не измазывается за счет этого. Это вот это вот местечко. Вот они, трещинки. Пошли. Много, кстати, вот это. Вот они, паутинки. Видите? Вот она. Большая пошла. Это вода. Лучше сразу с соплевыми решить.